Во все времена люди стремились продлить свое долголетие. Мы до сих пор пользуемся достижениями некогда снаряженных морских экспедиций, открывших новые земли с произрастающими на них лекарственными растениями. Благодаря научным открытиям прошлого мы уже стали долгожителями. Теперь задача изменилась. В любом возрасте человек хочет не просто существовать, а быть активным, бодрым и здоровым. И необходимый для этого рецепт уже известен – физиотерапия. Магнитное поле воздействует на ткани организма таким образом, что там улучшаются обменные биохимические процессы. Магнитотерапия улучшает процессы микроциркуляции и кровообращения, в то же время улучшая вязкость крови. Магнитотерапия в том числе оказывает такое оздоравливающее и восстанавливающее влияние на весь организм. В общем-то, то, что магнитное поле положительно воздействует на организм, известно очень давно, тысячи лет. И еще царская семья в своей жизни применяла магнитное поле для лечения своей семьи. А вот масштабного применения магнитного поля для того, чтобы лечить не отдельную царскую семью, скажем так, каждого россиянина, вот эта тема начала разрабатываться здесь, на Елатомской земле. ЦХ компании «Еламед», лидера медицинского портативного приборостроения на рынке России, расположены в поселке Елатьма Рязанской области. Именно здесь создают физиотерапевтические аппараты. У нас работают как жители Елатьмы, так и приезжие люди. Мы активно привлекаем людей из других регионов. Некоторые из них имеют ученые степени. Практически вся продукция компании «Еламед» является инновационной, а ее применение неразрывно связано с совершенствованием существующих или развитием новых медицинских технологий. Сегодня в ассортименте выпускаемой здесь продукции более 100 наименований. Ну, во-первых, эти приборы эргономичны, просты, удобны в управлении, надежны, высокосервисные. Обслуживание существует. Авторитет предприятия, который завоеван за 35 лет, он зиждется не на пустом месте. Сегодня компания «Еламед» – это предприятие полного цикла, на котором происходит весь процесс – от возникновения идеи до серийного выпуска сертифицированных приборов. Идея каждого нового аппарата разрабатывается командой инженеров и врачей. Пробные модели создают здесь, в научно-техническом центре, после чего медицинское изделие передают для проведения клинических испытаний в лечебное учреждение. Когда мы уже все-таки выработали именно те режимы, которые считаем эффективными, и изготовили уже несколько макетных образцов и даже перешли к опытным образцам, мы, естественно, по соответствующим нормативным документам обязаны, и мы это делаем, в обязательном порядке провести технические и токсикологические испытания на предмет безопасности наших изделий. В этом научно-техническом центре силами завода был создан уникальный аппарат «Алмак». Современный отечественный аппарат, предназначенный для лечения таких заболеваний, как артрит, артроз, остеохондроз грудного и поясничного отдела позвоночника, травм опорно-двигательного аппарата. Сам по себе «Алмах 01» — это является нашим флагманом. Серийное производство началось этого изделия в начале 2000-х годов. Инициатор и автор проекта взял самый эффективный режим и, собственно говоря, предложил воплотить это в изделие для домашнего применения, простым в применении, который содержит всего-навсего один режим, но самый эффективный. Аппарат «Алмак 01» применяется в лечебно-профилактических учреждениях более 15 лет. Он обладает высокой результативностью за счет действия импульсного магнитного поля. В организме человека импульсы магнитного поля стимулируют циркуляцию кровотока, благодаря чему раскрываются мельчайшие кровеносные сосуды. В клетки вместе с кровью поступает гораздо больший объем питательных веществ, активизируется тканевое дыхание, обмен, скорость химических реакций. Таким образом, магнитное поле воздействует на сосуды и ускоряет регенерацию тканей организма.
ценность этого метода заключается в том, что, во-первых, очень мало противопоказаний к этому методу. Это, наверное, самый щадящий метод из всей физиотерапии. Этот метод можно использовать при различных патологических состояниях, и в этом его универсальность. Аппараты, производимые компанией «Еламед», долговечны в использовании. При производстве изделий здесь идет в ход только высококачественная медицинская пластмасса. Ни под каким предлогом не используются комплектующие, произведенные где-либо на стороне. Все материалы и комплектующие для аппаратов соответствуют стандартам ISO. Конечно же, нам, как производителям, хочется создать в результате прибор, который будет максимально доступен нашему потребителю. Но в данном случае нельзя ни в коем случае и пренебрегать качеством. Подтверждением высокого качества изделий компании «Еламед» служат многочисленные дипломы самых престижных международных выставок, таких как «Медика» в Дюссельдорфе, «Эврика» в Брюсселе, «Здравоохранение» в Москве. Елатомский приборный завод имеет статус лидера экономики России, золотую медаль и диплом от Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Для того, чтобы обеспечить высокое качество аппаратов, очень важна конкуренция. Поэтому мы еще 15 лет назад выбрали Европу как конкурента. Имеем европейскую сертификацию. Каждый год к нам приезжает немецкая делегация с тем, чтобы проверить уровень качества. То есть европейские подходы очень жесткие. И немного предприятий найдется подобных, где вот была такая сертификация. Почти 80% клиник по всей России оснащены аппаратами компании «Еламед». Начиная от президентской клиники и дальше. Но те же самые процедуры можно делать не в больнице, а дома, купив аппарат в аптеке. Родители очень часто к нам подходят и спрашивают, а вот нужно ли нам продолжать дома, если мы успели провести в стационаре 3 или 4 процедуры, и что вы нам можете посоветовать? И должна признаться, что мы всегда советуем аппарат «Алмаг», именно используя его универсальность. Когда мы рекомендуем приобрести именно «Алмаг», наш акцент как раз идет на том, что могут пользоваться все члены семьи. Дети падают, получают синяки. Люди, у которых напряженная работа, они получают стрессы с повышением давления, и как бы им нужно снять, может быть, приступ давления, там, головной боли, потому что магнитотерапия понижает немножко давление, она оказывает еще очень хорошее седатирующее действие. Соответственно, бабушки, дедушки с дистрофическими процессами, артрозами. Свойства приборов компании «Еламед» высоко оценили многие известные люди, в том числе народная артистка РСФСР Валентина Талызина и первая женщина-летчик-испытатель Марина Попович. Продукция Елатомского приборного завода широко известна и в странах зарубежья. Казахстане, Белоруссии, Украине, Германии, Канаде, Литве, Израиле, Америке. У нас два сегмента потребления этих изделий. Первый сегмент – это лечебно-профилактические учреждения, куда мы поставляем их довольно много. А второе, самое значимое направление – это население России. Компания «Еламед» делает все, чтобы ее продукция оправдала доверие, принесла покупателю ожидаемую пользу. Для этого на предприятии действует система качества, программа гарантийного и послегарантийного обслуживания, а в каждом регионе есть сервисные центры и представители компании. Кроме того, на предприятии функционирует собственный колл-центр. Сотрудники колл-центра, они имеют медицинское образование, они общаются с потребителем. Они, во-первых, должны знать основные характеристики прибора, аппарата. Они должны знать показания и противопоказания, чтобы грамотно на первом этапе проконсультировать потребителя. Новинка компании – аппарат транскринальной магнитотерапии «Диамаг». Уникальная разработка ученых НИИ цереброваскулярной патологии и инсульта при Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова и сотрудников научно-технического центра компании «Еламед». Идея зарождения и освоения в производстве и, соответственно, дальнейшей продажи «Диамаг» на Елатовском приборном заводе, она вышла из медицинского сообщества от известного физиотерапевта Ушакова. Именно он предложил нам, собственно говоря, создать этот прибор. Сегодня компании «Еламед» 35 лет. Праздновать особо некогда.
Сотрудники компании продолжают работать, разрабатывать, тестировать и выпускать все новые и новые аппараты физиотерапии, помогающие людям по всей стране идти вперед, опережая время. До конца октября аппараты по специальной цене в магазинах «Мир здоровья и красоты», «Линия здоровья» и аптеках «Фармакор», «Невис», «Социальные», «Премиум», «Водолей».